Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастый Кидс. И сегодня мы отправимся в погоню за сладостями вместе с кошечкой Анжелой. Смотрите-ка, она у нас уже в 68-м уровне. Давайте-ка посмотрим, есть ли у нас сундучки, которые мы с вами можем открыть. Вау, мы можем открыть вот такой розовый сундучок. Давайте посмотрим, что в нем. Здесь обновление, отлично! Смотрите, сколько всего. Куча монеток, бриллиантиков. А давайте-ка купим еще один. Так, а что будет в нем? Обновление для Хэнка. Еще обновили наше сердечко и монетки. Здорово, друзья. Так, в итоге у нас с вами осталось 560 бриллиантиков. Ну что, в 68 уровень собирать клубнику? Если заработаем 3 звездочки, то откроем еще один зеленый сундучок с обновлениями. Так, Том, ну давай уже скорее, ты дай скорее свою конфету. А вот и наш Маришка-енотик. Ну что, помчались собирать клубничку? Так, ребята, мы с вами в каком-то опасном городе, где идет стройка. Вау! Так, с нами вместе летит дракончик, как вы заметили. Он иногда спасает нас от препятствий. Вот смотрите, сейчас он дует огнем, и все препятствия развалились. Ой, а здесь лучше пригнуться. Ух ты, тут что-то падает и сверху, и снизу, как опасно. Так, пока мы насобирали очень мало клубники, и у нас уже закончилась половина жизни. Отлично, сейчас мы взяли магнитик, он нам поможет намагнитить побольше всего нужного. Как жаль, что действует он не очень долго. Так, отлично, здесь всю клубничку собрали. Аккуратно скользим внизу. Вау, смотрите, наша Анжела выросла. И мы догнали енотика. Мы с вами заработали 2 звездочки. И нам всего лишь не хватило 5 клубничек для того, чтобы заработать 3-ю звезду. Ну ладно, попробуем в следующем уровне заработать все 3 звездочки. А вот енотик Воришка, он уже отправился в 69-й уровень. И здесь нам тоже надо собирать клубнику. А давайте мы вместо дракончика выберем какое-нибудь другое существо, может быть, единорога. Или, знаете, как смайлик еще у нас приколит. Кстати, мы можем его обновить. Неплохо. Давайте его обновим и выберем его. Анжела будет путешествовать со смайликом. Ну что ж, помчались проходить уровни дальше, друзья. Кстати, сегодня вас ждет целая гора приветиков от канала Ушастый Кидс. Приветы будут, как всегда, в конце видео. Так что, если хочешь получить привет на нашем канале, тогда подписывайся и в комментариях напиши свое имя и фамилию. Так, ну а мы помчались с Анжелой за енотиком. Так, магнит, отлично. Мы по-прежнему собираем клубничку. Еще один магнит, здорово. Так, благодаря магниту мы здесь собрали все сладости. Еще магнитик. Так, а здесь жизнь, берем ее. Еще одна жизнь, отлично. Магнит, снова. Еще один магнит и удвоение клубнички. Так. Замечательно. А сейчас нас ждет суперскорость. Смотрите, когда Анжела так сильно разгоняется, ей не страшны никакие препятствия. Ай-яй-яй, до жизни мы не допрыгнули. И не собрали клубничку в самом верху. Ой, двойной бонус не взяли. У нас сейчас закончится жизнь. Лучше бы нам поскорее отыскать колбочку с сердечком. Так, ребята, жизнь на исходе, совсем на исходе. Ну вот. Так. Мы спаслись. Кстати, бонус нашей кошечки Анжелы – это удвоение наших сладостей. Мы снова пропустили жизнь, вот так осторожненько прыгнем. Взяли зато магнитик и уже намагнитили 330 штучек клубнички, представляете? Ну вот, нам немножечко не хватило до 3 звезд, зато мы заработали 3600 монет. Предлагаю открыть пару зеленых сундучков. Нам срочно нужны обновления. Давайте посмотрим. 70-й уровень. Вау! Кстати, если собрать все вот эти тортики, нам откроется классный голубой сундучок. Попробуем заработать 3 звезды. Наверное, это будет очень сложный уровень, раз за него дают такую награду. Пойдемте скорее в него. Мне уже не терпится посмотреть, что же там. Всего 30 тортиков нам нужно собрать. Наверное, уровень будет очень короткий. Постараемся не пропустить ни одного тортика. Вы заметили, как их мало, друзья? Здесь жизнь. Вот так. Вау, вот это скорость. Берем жизнь. Фу, тортики все взяли.
Пока мы большие, нам ничего не страшно. Но вот мы снова стали маленькой кошечкой Анжелой. Также и поймали. Еще один тортик. Отлично. Прям целая сладкая страна. Кстати, кто любит сладости, ставьте лайк. Я обожаю сладости. А как вы? Пишите, я потом почитаю. Вау, жизнь. Давай мы возьмем. О, нет, мы свалились прям в самый низ. У нас есть бриллиантики, можем спастись. Ай-яй-яй, пропустили все тортики. Много их там было, друзья. Еще один. Много-много пропускаем. Так. О, нет. Кстати, если мы захотим, мы можем пройти этот уровень снова и заработать наш голубой сундучок. Ну вот, мы насобирали всего лишь 25 клубничек. Так, давайте-ка теперь выберем какого-нибудь нового персонажа. Хотите, выберем нового Бена, ученого. Давайте заглянем и посмотрим, может быть, у нас доступны еще обновления. Так, посмотрим. Это просто Бен, Джинджер тоже. У него, кстати, есть магнитик и очень интересно им играть. Выберем Бена. А вместе с Беном можно выбрать тучку. Вы знаете, что тучка нас спасает от опасностей. Сейчас я вам ее покажу. Мы ее открыли в прошлой серии. Вот такая счастливая тучка. Как только начинает идти счастливый дождик, нашему Бену не страшны никакие опасности. Очень похоже действие тучки на действие нашего зелененького классного динозавра. Ну что, помчались вместе с Беном? Так, я пропустила, что мы тут собираем. Собираем вкусное мороженое в рожке. Я, кстати, люблю мороженое. Какое у вас самое любимое? Может быть, клубничное или кто-то любит шоколадное. Здесь у нас, по-моему, баблгам. Смотрите, целых три цвета. Очень похоже на мороженое баблгам. Так, давай, Бен. Вот так. Пока ничего не пропустили. Давай еще. Вот так. Хорошо. Еще одна жизнь. Ай, но жизнь мы с вами не взяли. Так. Кстати, кому нравится играть этим персонажем, напишите в комментариях цифру 5. Так. Кстати, бонус этого персонажа, он все время вырастает, видите, становится таким огромным, и ему ничего не страшно. Но действует этот бонус не так долго. Ай-яй-яй. Так, нам все магнитится. Ой-ой-ой, мы пропустили магнитик. Как жаль, как жаль. Так, мы даже еще не добрались до первой звездочки. Чтобы до нее добраться, нам нужно насобирать 120 рожков мороженого. Так, нам бы магнит не помешал. У нас жизни закончились, друзья. Так, спасаемся. И срочно ищем жизни. Вот она, первая жизнь. Нам попалась, отлично. Еще мороженое. Жизнь взяли. Жизни очень мало, и они быстро кончаются. Вау, мы снова стали большими. Сейчас будем все крушить. О, нет, у нас закончилась вся энергия. Нашего Бена не хватило на этот уровень. Да, уровень очень длинный, и в нем очень много сладостей, которые нам все нужно собрать. А давайте мы для этого уровня попробуем взять Джинджера. У него есть магнит, который все примагнитит, все сладкое. Так, обновить Джинджера мы пока не можем, у него маловато энергии. Ну что, отправим его вместе с нашей счастливой тучкой. Попробуем. Вперед за зеленым сундучком. Так, ну помчались. А вот и Варечка-енотик. Давай уже скорее свое мороженое вкусное. Так, у нас действует магнит. Вот так. Отлично. Кстати, окошечко Анжела умеет увеличивать количество сладостей вдвое. Это ее главный бонус. Так, осторожно. Вот так. Пригнись. Ух ты, сколько тут всего. Вот так. Вначале, в принципе, легко. Мороженое мы все взяли. А вот дальше уже будет немножко сложнее. Ай-яй-яй. Наступили прямо на этот конус. Нам срочно нужна жизнь. Мы ее взяли, но пропустили магнит. Как жаль. Магнит бы нам очень здесь пригодился. Так, взяли еще один дополнительный магнитик.
У Джинджера закончилась энергия, мы его спасаем. Хорошо, что у нас есть заработанные бриллиантики. Здесь, в принципе, в этой игре очень просто зарабатывать бриллианты. Так, ребята, нам нужно искать сердечки. Вот оно, первое, берем. Без сердечек нам этот уровень, ну, не пройти никак. Или придется выбрать кошечку Анжелу. У нее больше всего энергии. Она самый прокачанный персонаж у меня в игре. Так, отлично. Вот так. Еще мороженое. Ай-яй-яй, мы свалились в самый низ. Еще можем спастись. Мы уже потратили с вами целую гору бриллиантов. Да что ж такое? Выберем кошечку Анжелу. Так как она у нас самая прокачанная, я думаю, она должна с легкостью пройти этот уровень. Так, Бен с Джинджером с этим заданием не справились. Ничего, сейчас мы поменяем персонажа, а в помощь Анжеле мы возьмем зеленого дракончика. Так, а вот и наша Анжела. Заодно и сладости она может насобирать нам намного больше. Теперь выберем для Анжелы любимого зеленого дракончика. Вот я только не помню, что делает наш единорог. Дракончик готов, выбираем его. И помчались собирать сладкое. Да, ребятки, этот уровень сложноват. 71 уровень и поехали. Так, давай уже, Том. Смотрите, сколько много у Анжелы энергии. В два раза больше, чем у Джинджера. Так что будем надеяться, что она справится. Так, пропустили мороженое. Целых три рожка пропустили. Ай, еще наступили на конус. Ну вот, наконец-то дракончик начал нам помогать. Берем дополнительную жизнь и осторожненько пригинаемся. Вот так. Взяли еще одну жизнь и мороженое. Так, у нас кончается энергия. Вот так. Вот оно сердечко. Большая баночка с сердечками. Взяли магнит. Хорошо. Ой-ой-ой, сколько здесь опасностей. Как хорошо, что мы взяли с тобой дракончика. Отлично. Взяли магнитик. Так, так, так. Ищем жизни, ребята. Надо постараться не пропустить жизни. А вот еще одна жизнь, берем ее. Вот так. Так, 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 пригнись, Анжела. Отлично. Взяли одну жизнь. Берем еще мороженое. Вот так. Ай-яй-яй, немножко стукнулись, но ничего страшного. Кстати, кому больше всего нравится играть Анжелой, пишите в комментариях слово «Анжела». Давай, давай. И еще одна жизнь. Ого, смотрите, сколько здесь препятствий. Нам никуда без нашего дракончика. А вот и енотик. Ну вот, с помощью Анжелы мы с легкостью прошли этот уровень. Отлично, и заработали целых две звездочки. Вот только монеток насобирали маловато, друзья. Посмотрим, что же нас ждет дальше. Наверное, уровень будет еще сложнее. 72-й, друзья, и здесь мы собираем сладкую карамель. Ну что, сколько нам нужно собрать, сейчас посмотрим. Нам нужно заработать 380 карамелек, чтобы открыть сундучок. Ух ты! Так, яблочки мы все взяли. Берем магнит. Хорошее начало, нам попался магнитик. Еще один магнит. Здорово. Я надеюсь, в этом уровне будет много магнитиков. Ага, вот он, еще один магнит. Пока мы взяли все магниты. Ого! Сколько здесь много опасностей. Ух ты, как высоко были наши конфетки. И жизнь мы зря пропустили. Вот так, осторожно. Соберем все яблочки. Целая аллея из вкусных яблок. Так, магнит взяли. Здорово. Пригинаемся. Вот так.
Еще раз отогнемся. Осторожно, Анжела. Так, вижу магнитик. Берем его. Как хорошо, что у нашей кошечки Анжелы много энергии, друзья. Так, 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 так. Отлично. Еще один магнит. Так, этот уровень тоже очень длинный. Вы заметили, сколько много здесь сладостей? Так, у нас сейчас все, у нас закончилась энергия, спасаемся. Жизнь, жизнь, мы до нее не допрыгнули, была на самом верху. Вот она, взяли, отлично. Так, нам очень, очень нужны баночки с сердечками, ищем их, друзья. Вот она, наша нужная колбочка. И магнит заодно взяли, но врезались в препятствия. Так, у нас снова кончится энергия, а сердечек нет. Так, мы еще можем спастись. Сердечко, то, что нам надо, взяли, отлично. Магнит. Так, мы сейчас вырастем. Мы станем огромной кошкой, вау! И вот мы догнали енотика. И прошли еще один сложный уровень. Отлично, смотрите, сколько много звездочек мы заработали. Предлагаю выбрать какой-нибудь новый персонаж для следующего уровня. Давно мы не играли котиком Томом. А пока я буду выбирать, заодно передам для вас приветики, мои дорогие подписчики. Первый привет сегодня получает Лилия Зубарева и весь 5 А-класс. Ребята, вам самый огромный сегодня приветик. Арина Степанова и Катюша Павлова также получают большой-большой привет. Ксюшенька Климова, Юлия Васильева получают привет. Лиза Киреева, Катя Решеткова, а также Настя Елисеева, Ксюша Федорец. Привет огромный для Дамира Летит. И Ангелины Колотовой. Аня Таликова, Настя Павлова получает большой привет. А также привет летит для Полины Погудиной. Яна Колесникова получает приветик. И Аня Ремер. Привет летит для Виолетты Ананенковой. И Слава Марков. Огромный вам привет от котика Тома. Также привет у нас получает Настя Львина, Даша Приемова. Маленький огромный привет Даша Федотова, Настюша Нарушева. И Катя Бажутина, Марина Карлина, Лиза Кутля, Вероника Дричик, Дарина Юнчин, Саша Череменцева, огромный тебе привет, Богдан Медведев, Даша Педосеева, привет огромный для Камилочки, Алисы Кутлик, Оксаны Тарасевич, Катюши Каструбиной, Маши Казеновой и Арины Яценко также получают большой привет. А в этой части мы собираем жизни, и нам нужно собрать много-много колбочек с сердечками. Ну что ж, поехали, посмотрим, справится ли котик Том с заданием. Кстати, кто любит Тома, пишите в комментариях цифру 1, друзья. И не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео. Вау, какие же прикольные леденцы, такие разноцветные. Так, и сколько много здесь монеток. А вот и магнит в жизни, мы до него не допрыгнули. Ай-яй-яй, и свалились в самый-самый низ. Так, осторожно. Вот так. А сейчас у нас будет суперскорость. Смотрите, котику Тому ничего не страшно. Так, еще один магнит. Здорово. Кстати, мы справились с заданием уже на целых 3 звездочки. Ничего себе. Интересно, какой же нас ждет подарочек за выполнение этого задания? Так, давай, Том. Отлично. Вот так. Поехали. Какой длинный уровень, ребята. Ой, здесь лучше поскорее. Отлично, намагнитили еще пару жизней. Вот так, еще один магнитик. Ой-ой-ой. Хватаем здесь. Ребята, напоминаю, если хотите получить привет от канала Ушастый Кидс, обязательно подписывайтесь и в комментариях напишите ваше имя и фамилию. Осторожней, Том. Вот так. Ого, магнитик, отлично, мы сейчас все это намагнитим. О, нет. Придется спасти нашего котика Тома. Так.
Ого, еще магнитик, отлично. Вы только посмотрите, сколько много сладостей в этом уровне мы собрали вместе с котиком Томом. Кстати, кто ждет новую серию, обязательно пишите в комментариях слово «продолжение». Продолжение этой прикольной игры. А вот и наш воришка-енотик. Ну что ж, друзья, это задание мы вместе с котиком Томом выполнили на целых 3 звездочки. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ваши лайки. А сейчас порекомендую вам посмотреть что-нибудь из роликов выше на нашем канале. Оставайтесь с нами, друзья, и смотрите канал Ушастики каждый день. Всем пока-пока!